Соревнования проходили в новом формате. Перед началом борьбы дзюдоисты демонстрировали технику 4-го кю, то есть ту, какой должны владеть самые младшие. После показательных выступлений ребята состязали в своих весовых категориях. Один из участников – Максим Елисеев, 6 лет в борьбе и уже имеет желтый пояс. Мне мама захотела то, чтобы сестренку младшую защищал. Мне просто понравилось здесь заниматься. Занимаются дзюдо и на равных с соперниками, участвуют в соревнованиях и дети с ограниченными возможностями здоровья. Люблю спортивные игры. Я хочу занять первое место, но получать, но говорят, что когда будешь проигрывать, но будешь потом выигрывать. Следующий этап состоится в январе. Евгения Креминская, Виталий Немов. Новости Димитровграда.